Добрый день, дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики. С вами Кроша, это прохождение замечательной игры под названием Plants vs Zombies 2 или Растения против Зомби 2, да вы не ослышались. Эту замечательную игру мы снова будем проходить вместе с вами, да, и сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да. И у нас 29-й левелап, давайте начнем и посмотрим, что там будет. Так, ну же, парни... Где этот замечательный уровень? Так, отлично. Опять надпись. О, большой парень есть. Есть большой парень. И это очень плохо. Ох, 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 ох. У нас, друзья, большие-большие проблемы. Такс. Придется, наверное, выставлять два ряда. Так. Два ряда придется выставлять. Такс. Да, друзья, жестко. Я специально вынес сейчас, это пока пускай там стоит. Чтобы они этот, там у меня будут только чисто взрывчатки стоять. Такс. Давайте вот тут пока поставим. Там еще воткнем взрывчатку. Такс. Ладно, пускай он проходит. Этот наглый. О, у нас большие проблемы. То есть у нас еще резко один... Проходит. Ну ладно, пускай проходят. Все дружно. Такс. Сходу, наверное, сразу дадим лучше вот этому. Так. Небольшая проблема. Так, давайте вот тут поставим, чтобы они побыстрее... Такс. Ну, в принципе, все. Такс. Взрывчатки нету, и это катастрофа. Так. Просто идут, просто я не знаю как. То есть достаточно быстро они это все делают. Так. Да фак, друзья, они опять сейчас у меня всех погибнут смертью храбрых. Так. Взрывчатка есть. Давайте дальше будем покупать. Я вижу, что там ребята идут. Там уже взрывчатка моя поспела. Такс. У меня, я даже не могу купить вот за 175. Это просто какая-то катастрофа. Так, отлично. Так, ну-ка давайте вот здесь вот. Тут срочным образом, наверное, вот здесь вот купим. Так, давайте тут покупать. Отлично, есть. Фак, они спилили просто. Напросто. Не, давайте рестарнем. Это мне вообще не нравится. Наверное, надо будет делать просто в самом начале взрывчатки. Не как я в конце ставить, а ставить их именно в начале. Тогда попробуем вот так вот. Мы тоже поставим два ряда. В этом, друзья, смысл и есть. Ну давай уже. Она очень долго что-то.
Так, тут поставим вот здесь вот. Тут пока будем покупать. Так. 150. Давайте быстрее, парни. Текс. Тут сразу же ставим вот здесь взрывчатку. Здесь просто покупаем вот этого парня. Наконец-то. Так. Нам еще надо поставить. Давайте срочным образом. Я знаю, что вот тут сейчас дракон пойдет. Динозавр. А у меня даже нет этого ништяка, ну, который убирает это все. На всякий пожарный пока поставим вот здесь вот, потому что они сейчас будут достаточно бодро. Отлично, есть. Такс. Все, в принципе, у нас сейчас уже нету никаких ивентов. Ну, как бы вот этот только есть. Так, сходу сразу же используем. Давайте вот здесь вот. Так. Блин, а. Так, отлично. Я предлагаю ставить второй ряд. Ой, фак, я зафейлился немного. Срочным образом ставим вот здесь вот. Тут тоже где-нибудь будем уже ставить взрывчатку, я думаю. Так. Давайте вот здесь вот. Так, отлично. Выставляем дальше оборону. Главное, не дайте ему подойти к взрывчатке, ребята. Не дайте. Просто еще одного специально сюда ставлю, чтобы он не дал подойти. Такс. Давайте вот здесь вот еще поставим. Фак. Так. Ну, мы дальше будем все равно выставлять. Так. Так, давайте, парни. Ну, неплохо, неплохо взорвалось. Так, взрывчатку мне надо, взрывчатку. Так, давайте срочно ее ставим вот здесь, вот где-нибудь. Так. Отлично. Вот эти вот меня просто игнули, побыстрее бы дошли там до взрывчатки. Ребята. Такс. Так, давайте еще. Надеюсь, не успеют его съесть. Хотя, я думаю, успеют. Давайте тогда еще поставим. Вот здесь, я думаю, тоже надо ставить взрывчатку. Так, давайте вот тут вот тоже поставим. Так, огромная арава просто идет. Так, отлично. Половина уничтожены. Дальше будем выставлять. Надо закрывать эти пробелы. Такс. Давайте дальше. Вот этих тут тоже будем ставить. Я вижу, что они в двух местах проходят. Ну, друзья, в двух, не в четырех местах. Так, срочно ставим дальше. У нас, в принципе, есть филки, чтобы быстро от этого избавиться. Такс. Давайте дальше. Последняя волна пошла. Так, я вижу, вижу, вижу. Давайте срочным образом просто тыкаем в них. Так, отлично. Сходу ставим вот этот. Такс. Давайте вот здесь вот поставим вот этого, дабы чтобы он подальше отошел от наших границ. Здесь, я думаю, тоже надо уже выставлять. Такс. Ну, это достаточно, друзья, неплохо. Такс.
Давайте где-нибудь вот здесь ее поставим. А тут можно еще поставить еще одного. Также нам вот тут вот надо поставить. Давайте-ка вот тут я уберу одного. То есть это нам позволит вот сюда вот поставить еще одного. Так, давайте высунем. Вот здесь срочным образом просто поставим. Отлично, есть. Так, ставим дальше. Достаточно сурово сейчас его колбасят. Просто прибивают к стенке. А я по старинке просто везде застраиваю все. Да, уровень был тяжеловатым. Но все-таки в двух местах они смогли пройти, к сожалению. Ну а что делать, друзья? Так. Ну же, что нам дадут на этот раз? Что за шмотка? Давай же. Давай. Так. Рога, друзья, это рога. Рогатое солнышко. Ну, оно ему, как ни странно, идет. Да. Так. Давайте. Что? Пускай откроет нам уже новый уровень. 30-й, отлично. И 30-й левелап, друзья, мы уже будем проходить в следующей серии. Я с вами попрощаюсь. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь на него, ставьте пальцы вверх. И увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.